Пришла Коляда, отворей ворота. Театрализованное обрядовое действие с таким названием прошло в стенах детской школы искусств Пытьяха. Воспитанники и педагоги в своей постановке рассказали об особом времени на Руси, о святках. По старому стилю начинались они с 25 декабря и длились 12 дней. Традиционно на Руси это время веселых гуляний и народных обрядов. Принято ходить в гости с подарками, помогать нуждающимся, а с окончанием поста собираться за большим столом с чаем и пирогами. Для детей одно из самых любимых развлечений – поколядовать и получить угощение, а для девушек – погадать на суженого.